Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Свята душевного тепла и клопоту. Сегодня самое теплое віншаванне приймають усе мамы Беларуси. Под аховой царицы небесной сегодня православные означают великое свято покров Пресвятой Богородицы. Шарики под окнами родильного дома и урашистая регистрация близнят. День матери у Гомеля оказался богатым на сюрпризы. Ты записался доброхотником. На передадні юбилею революции гомельчанам покажут советские плакаты. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Сегодня означается День Мати, одно из самых любимых святов в осени. А кроме того, это подстава выказать повагу человеку, яки дорыть новое житё. Дарыша, сёлета у регионе на свет з'явилось 12 тысяч маленьких жыхароў. Увогуле дзяцей у нашем регионе выховывают 190 тысяч семьяў, 8% з яких шматдетныя. Семья у рэкардсменаў, у яких растуць 5 и больше дзяцей, в области 856. Кожная держава оказывает под рынку. Так, с початку года принято больше за 7,5 тысяч решений о призначении семейного капитала. На погашение льготных кредитов накировано больше за 5 миллионов рублей для 20 тысяч семей. Марафон святочных мероприемств до Дня Мати у нашем регионе должился весь гэты тыдень. Напередодні шматдетные и приемные мамы областного центра собрались на святочный концерт у городском центре культуры. Перед початком официальной частки все жадающие могли бесплатно скористаться послугами цирульников и визажистов. Затем сделать памятные здымки у специальных фотозонах и послухать инструментальную музыку. Главным подарунком для мам Гомеля в этот вечер стал святочный концерт. Его организаторы – городские улады и Гомельская епархия Белорусской православной церкви. Со сцены прогучали как светские концертные номеры, так и церковные спевы. И, вядома, слово віншавання у адрес усіх жанчын, якія выконали у жыцці свое головное призначение и зараз являются лепшим прикладом любови, надеи и пяшчоты. Хочу прежде всего поблагодарить за доброту, за нежность, за ласку, за любовь. Хочу, чтобы взаимно они получали это от детей, от мужчин. Хочу, чтобы действительно самое святое, что они делают для жизни на земле, им воздалось через вот эти нежные руки детей. От всей души позвольте поздравить вас с этим прекрасным праздником. Пусть каждая женщина, испытавшая материнскую свою гордость, радуется, что она имеет прекрасных детей, и дети радуются своей маме. Здоровья, счастья, благополучия, успехов и любви. Сегодня у Беларуси означается покров Пресвятой Богородицы. У православных верников это свято лишится одним из самых великих. И оно установлено у другой полове 12-го стагодия. Подставой для этого послужил суд, який отбылся у 910-м годе. Его описание заховалось у житті святого Андрея Константинопольского. У им рассказывается про подею, когда святый Андрей молился, раскрылся свод храма и святый увидел наисвятейшую деву, окруженную множеством анёлаў. Яна пачала со слезами молиться за христиан, а потом зняла со своей головы покрыва, протягнувши яго на тыми, кто молился у храме, обороняющий их от ворога у бачных и небачных. Згодно с паданнем, дивная з'ява Богородицы подбадёрила и сутешила греков, якія у вынику перемогли сарацинов. С тех часов христиане верят, что покров застерагая и обороняя их. У Беларуси покров Пресвятой Богородицы супадая с Днем Мати, и за здоровье усіх матей у гэты день у церквах провели молебен. Надо жалеть людей, чтобы уважение, доброта было. Служу Богу 15 лет, слава Богу. И меня Матерь Божия охраняет. Ну, я рада, что церкви построили, что Божечка нас жалеет, все, чтобы мир был. Ну, и всего самого лучшего. Сегодня на Гомельщине прошел шерох мероприемств, примеркованных до Дня Мати. На урашистости запросили батьков с детьми, для яких подрыхтовали сувениры и приемные сюрпризы. Про матчина счастья наш наступный сюжет.
ЗАГС установа хоть официальная, але почути, которые тут отчуваешь, по-особливому хвалюючи. Спочатку молодые створяют у ЗАГСе новые семьи, а праз некий час они приходят сюда снова, уже как зарегистрировать своих детей. Те, как сегодня, принять удел в урочистом шановании счастливых семьев. По инициативе Гомельского городского совета депутатов у ЗАГСе Новобельского района зробили свято близнятов, головные герои, двойнята, которые народились в этом году. Их, до речи, не вельми шмат, усяго три пары. Дары и Кузьмич допомогчи под час урочистостей пришли родные. Одну утримать на руках 5-месячных Арину и Адлину вельми тяжко. Дома выховывать сестер допомагая сын. С маленькими близнятами больше тяжко, але и радость двойная. Больше времени уходит на двоих, чем на одного. Переодеть, скажи, умыться, покормиться. Но они пока ж не, у меня не ползают, не сидят еще 5 месяцев. Они лежат, играются с игрушками. Ну, главное, чтобы вместе находиться, чтобы они видели кого-то. Тогда они играются, не плачут. Разом с летними новонародженными на мероприятие запросили еще несколько батьков с близнятами во возрасте от 3 до 23 годов. Крыху позднее им уручить подячные листы от городского совета депутатов за народжение и выхование детей. По великим рахунку, такие же узнагороды сегодня можно уручить еще шмат таким же харам Новобелицы. Сегодня тут створаются новые микрорайоны, а значит, растет колькость молодых семьев. Демографическая ситуация в районе с каждым годом улучшается. У нас все больше и больше регистрируют новорожденных деток, потому что у нас наша Новобелица расстраивается, и вы видите сами, что растут новые микрорайоны и пополняются новыми маленькими жителями. У Гомельском областном родильном доме за опошние двое суток народилось 16 детей. Сярод их есть соправдные волоты. Девчинка из Ветковского района 4870 граммов и хлопчик из Добрского 4400. У дочки Алены Кузьминой вага крыху меньшая, а для самой счастливой матери зараз это не самое головное. У меня родилась девочка, это второй ребенок. Я очень счастлива. Мы родились 12 октября, 12.45 дня. Ну, с ребенком все хорошо, спим, активно гуляем. У рамках святкования Дня Мати волонтеры БРСМ вручают молодым мати сувениры и подарунки. У вогуле мероприемства, примеркованные до этого дня, у молодежной организации проходили на протягу тыдня. У Брагинском районе провели майстер-классы по прыгажости. У Будокошалевском наведали мати, которые по разных причинах застались одни. У Житковичах зробили выставу осеньских букетов подарунок любимой мати, а у Лоеве провели конкурс «Аутоледи». Не забылися и про махчимости интернету. Гомельский областной комитет БРСМ также объявил флеш акцию в интернет-пространстве «Любимым матерям посвящается», где наши активисты БРСМ поздравляют матерей в интернет-пространстве, исполняют стихотворение, песню, танец, и таким образом у нас получился большой поздравительный флешмоб. Еще один флешмоб, только уже не виртуальный, а реальный. У День Мати волонтеры БРСМ провели каля областного родильного дома. У неба узнялись поветренные шары с надписями «Признаниями у любви до мати». Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». До віншавання з Днём Маці долучилася і обласная профсоюзна організація, якая уже у другий раз удельничає у республіканской акції «Повіншує маму разом». Летось у ёй прийняли удел больше за 500 000 человек, а поштовки с теплыми пожаданиями отримали 250 тысяч жанчын. До речі, ей организовывают не только первичные организации предприемства, але и правкамы студентов. Так, наученцы Гомельского державного технического университета могли бесплатно отримать віншавальные паштовки, каб потым заполнить их и отправить своим матулям. У минулом годе акция карысталася такой популярностью, что сёлета правкам надрукавал нашмат больш паштовок. А кроме гэтага, студенты подрыхтавали святочную фотовыставу и творчие нумары, присвеченные Дню Мати. От профсоюзного комитета студентов, от всех студентов университета, от себя лично хочется поздравить всех мам с предстоящим праздником Днем Матери, пожелать им, конечно же, крепкого здоровья, терпения, чтобы в семьях всегда был покой и уют, чтобы по их щекам никогда не текли слезы, а сердце переполнялось гордостью и уважением за своих детей. С праздником! У Гомеля завершился областный конкурс «Лепший муляр 2017». За перемогу у им змагались 30 майстров с 6 будовничих организаций в области.
Выники этого споборництва убачили все удельники церемонии узнагороджения. У новом хирургичном корпусе областной дитячей больницы на улице Жарковского за 5 дней прикметно проросли стены. Мур якостный и надежный. Будавництво находится на особистом контроле керовника державы. И все удельники зарабили максимум, как годно представить свои коллективы. Генеральный подрядчик будовли Бутрес номер 14 означил высокую працездольность мулеров. У первые дни конкурса выпрацовка была 200% от плановой. Перемогли у споборництве представники гомельского предприемства СП «Строй» с звяном мулеров 4-го разряда у составе Павла Макагонова и Павла Тимошенки. Другое место у их коллег, так само представников СП «Строй». На третьем звяном мулеров Бутреста номер 20 со Светлогорску. Еще 5 звёнов двоек так само отримали узнагороды у особных номинациях. Переможцы конкурса протягнут работу на знаковом объекте. Работают у нас уже давно. И ну, за ними все идут. То есть они показывают, они сегодня показали свои объемы, свои нормы, свое качество. Выработка у нас на наших 6 человек составила 66,5 кубов за 5 дней. Порядка 110-120% нормы выработки на человека. Сейчас у нас в Ерёмино строится 5-этажный дом двухподъездный. Мы уже его готовим. Ну, не совсем под сдачу, но идет отделка полная. Начинаем еще в Юбилейном. Новый дом будем закладывать скоро. Артисты Гомельской областной филармонии рыхтуют творчий подарунок аматорам якостной музыки. 26 кастрычника на сцене Громадского культурного центра отбудется концерт под назвой «Я веру». У сопровождении эстрадно-симфоничного оркестра имя Юрия Василевского со своей сольной программой выступит Александр Пономаренко. Яскравый тембр, музычная палитра от классики до рока и вытонченная манера выконания робят его выступления саправды неординарными. Лились не жалей, были все скорей, чтоб тут рук насохло. Разом с Александром Пономаренком на сцену выйдут иншие ведомые солисты областной филармонии, лауреаты международных и республиканских конкурсов, а так само специально запрошенные гости. Концерт ладится в рамках великого творчего проекта филармонии «Виват Оркестр». Он имеет долготерминовый характер и предугреживает цикл самых разных музычных программ. Сейчас уже, несмотря на подготовку к данному проекту, мы готовим программу к юбилею со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Очень интересная программа. Опять же, не только солистов эстрадно-симфонического оркестра, но мы в последнее время работаем со многими приглашенными артистами. Вот так, как было совсем недавно в проекте «Нора 21 века». Также вот в Гомеле уже зритель видел, мы работали с группой «Тяни, толкай». И, собственно, «Виват-оркестр» — это продолжение вот этих вот концертов. Выстава советских плакатов открылась у палаца Румянцевых и Паскевичев. Это частка выставочного проекта, присвеченного 100-годовому юбилею Кастрычницкой революции. Коллекция плакатов охопливает период с 1920-х до конца 80-х годов. У той час яны играли великую роль у житті социалистичного громадства, пропаганде и агитации. А сегодня это не только оригинальные творы графичного мастерства, але и уникальные историчные документы. Советские плакаты з'явіліся ў гады пралетарскай рэвалюцыі, час іх нараджэння практычна супадае з нараджэннем першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы. Яны заклікалі народныя масы да барацьбы за свабоду і сацыяльную справядлівасць. Мастацтва плаката было даступна шырокім масам, яго вобразы былі зразумелыя кожнаму. Кароткі энергічны тэкст-лозунг, які суправаджаў малюнак, быў лаканічны і лёгка запамінаўся. Сярод 30 агітацыйных карцін, прадстаўленых на экспазіцыі, ёсць работы Віктара Дэні, аднаго з основальников советского политичного плаката. И Нины Ватолиной, автора широковядомого плакату «Не балбачи». Виктор Николаевич Дени, ему было уже 24 года, он выбрал осознанно путь, он сотрудничал с советской властью, что называется, он ее принял. Тогда работали «Окна роста», художники, представители Российского телеграфного агентства, ну и в Гомеле тоже у нас было представительство «Окон роста» и художники, молодые художники, а некоторые еще учились в художественной школе имени Врубеля, они активно включились в эту работу, и одним из организаторов «Окон роста» в Гомеле был 17-летний Яков Телишевский.
Спартивным отримался минулый день для пациентов отделения областной дитячей больницы медицинской реабилитации, которая находится у Чонках. Маленьких пациентов наведала жаночая команда гадбольного клуба «Гомель». В установу спортсменки приехали по запрошению администрации. После экскурсии и знакомства великая компания собралась у гульнявой зоне. Спочатку невеликая викторина. Тема, вядома ж, спорт. Дети сдивили гандболисток своей подрыхтованностью. Далее от теории до практики. Спортивный день протягнула эстафета. Гости в якости судей и болельщиков. Нам понравилось, что они были с нами на одной волне. Отвечали все на наши все вопросы, все ответили. Вот, и нам очень приятно, что нас пригласили, и нам очень здесь понравилось. Надеюсь, что все-таки они посетят наши встречи когда-нибудь. Когда выздоровеют, по крайней мере, я думаю, что придут к нам. Желаем им здоровья, только терпения, да, идти вперед. Дарыши свои эмоции и пожадания один одному удельники сустрэчы покинули на плакатах. Один из их, намаляванный гандболистками, застанется у больницы. Другие, до якого свои руки приклали дети, спортсменки забрали с собой. Гэта и іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіра.